замереть в ожидании. Взор бобруйчан уже не первый день привлекают красочные баннеры. В город на Березине едет самый народный проект. Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» 15 и 16 ноября обещает оставить в сердцах каждого незабываемое ощущение праздника. Организаторы уверяют, у них много сюрпризов. Бобруйск вообще будет выделяться, потому что очень много, что в Бобруйске пройдет впервые. Впервые сюда приедет заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр Республики Беларусь. Впервые количество предприятий, где побывает «Марафон единства», расширяется. Если в других городах это было одно предприятие, то уже в Бобруйске их три. Занимательная локация. Местом притяжения станет интерактивная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах». Автор масштабной акции – издательский дом «Беларусь сегодня». Проникнуться экспозицией можно будет в Бобруйском художественном музее, а также 16 ноября на площадке перед Бобруйской ареной. Выставка основана на проекте «Партизаны Беларуси». Она позволяет молодым людям прикоснуться к реальной истории Великой Отечественной войны. Проект создан с целью сохранения исторической памяти как одного из скрепов нашего единства, народного единства у нас в стране. Молодежи будет возможность не только прочитать представленные на выставке наградные листы и боевые характеристики, но и самим попытаться отыскать интересные сведения о своих родных и близких, которые участвовали в партизанском движении. Подарки на каждой точке маршрута. В рамках марафона единства 16 ноября торжественно откроется новый арт-объект на улице Народного единства, 18. В субботу в 11 часов бобруйчане во всей красе увидят символичную композицию отражения и высоких ценностей семейных отношений и любви к родине. В этот же день в 12 часов у Ледового дворца БРСМ проведет городской квест «Это все мое родное». Всем командам-участницам, которые представляют собой от 5 до 10 человек, мы предлагаем зарегистрироваться на сайте БРСМ.бай, где возможно пройти по ссылке «Город Бобруйск» и оставить заявку для участия в данном квесте. Также организаторы предлагают выполнить домашнее задание и получить фору в 20 баллов. В субботу возле Бобруйской арены с 10 утра до 10 вечера местом притяжения станут развлекательные площадки и фудкорты. Громкий аккорд масштабного праздника – музыкальное шоу «Время выбрало нас». На главную сцену выйдут звезды белорусской эстрады. Сердца зрителей начнут биться чаще в 18 часов. Концерт будет наполнен, ну, мне кажется, не просто артистами, да, а бобруйчане узнают своих родных артистов, которые уже стали известными. Не будем открывать уже все секреты. Здесь будет особая сценография, той, которой не было в других городах. Споем вместе. Силой белорусского творчества удивят именитые артисты Беларуси. Руслана Лихно, Алена Ланская, группа «Аура», белорусы. Все звездные карты будут раскрыты вечером 16 ноября. Концертную программу скрасит и слаженность творческой работы заслуженных коллективов страны. Среди двух десятков исполнителей есть и бобруйчане. Записали пост «Бобруйск, привет», и мы видим более 9 тысяч просмотров. Это говорит о том, что насколько в Бобруйске ждут «Марафон единства». Самые теплые и искренние отзывы республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» собирает по стране с 17 сентября. Такое точно нельзя пропустить. С подробной программой народного проекта можно ознакомиться на сайте «Бобрлайф» и соцсетях нашего телеканала. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.